Всем привет на канале Игорь Павлович. Сегодня 5 апреля 2021 года. Сегодня у нас в обзоре ценообразование на монету бабочка, кобелек в пруфе. Цена примерно в Казахстане от 5000 и выше идет. И очень существенный рост по блистеру бабочка произошел в последние дни. То есть цена подпрыгнула практически на 30%. Становится очень тяжело ее найти при тираже 20 тысяч экземпляров. Коллега получил заказ с Европы, и ему нужно было 200 штук отправить за рубеж. Ну совсем упорством со всего Казахстана еле-еле нашкреб 80 штук блистеров по более-менее приемлемой цене. Опт оказался, закупочная цена 1600 при достаточно высоком штучном закупе. А так штучных предложений тоже было очень мало. Кто-то остатки сдавал по 1300, но в конечном итоге цена выросла и сейчас приблизилась к 2000. То есть буквально на 30% за несколько ближайших дней произошел скачок цены в Казахстане. Напишите, пожалуйста, в вашем городе, какие на сегодня цены на эту монету на 200 тенге в пруфе. И на 100 тенге в блистере на бабочку. Я думаю, эта информация будет всем интересна. Также следим в дальнейшем. Рекомендую отложить эту монету в качестве инвестиций. Буквально через год с 2 до 3 тысяч, я думаю, будет практически у всех блистеров цена на такие замечательные красочные монеты. Кто успел затариться филином по нашим рекомендациям и волкам, думаю, не пожалели. Также стоит поддержать эти монеты до лучших времен. Совсем недавно цена была в районе 2000 на филина, к примеру. Сейчас уже мгновенный скачок на 50% произошел. Так что, кто прислушивается к нашим рекомендациям, тот видит, как меняется ценообразование в Казахстане. Пишите, ждем ваших комментариев, ваших цен в вашем регионе непосредственно. И успели ли вы отложить эту замечательную монету себе в коллекцию. Всем удачных инвестиций и приобретений.